Итак, всех приветствую, с вами я, Алексей, вы смотрите YouTube канал Паратим, и сейчас мы, во-первых, придем вот сюда. Ох уж эта игра. Я уже думаю, может быть, мне ее пройти все-таки прямо сейчас, но все не решаюсь никак. В общем, что я сделал вне видео? Я, короче, купил, я собрал, короче, и купил Fall Booster, то есть Wolf Cicad мне не хватало. Я пошел их пособирал, короче, в биоме Autumn's Fall. И, в общем-то, купил, и теперь нам осталось только найти Ridge Booster. То есть нам нужен Dream Globe, а это как бы трудно добыть. Dream Globe нам нужен. И сейчас мы пойдем себе желтую броньку высокоуровневую покупать, на которую я тоже нафармил вне видео. Вот здесь вот Life Fiber. А, нет, не желтая. Она даже не желтая, смотрите. Radiant Bracer. И вот. Я, то есть, фармил пауканов. Я очень страдал от этого. И, в общем-то, смотрите, она... В общем-то, XP Trainer, значит, SP Regen увеличивает. Ну, я так понял, просто уменьшает минус наш. HP Regen 35%, что очень важно. И Берсеркер, то есть, когда у нас мало HP, а у нас его будет много. То есть, смотрите, плюс 1041 HP, но при этом, если у нас будет уменьшено количество HP... ну, до 33%, то у нас повысятся характеристики, что довольно-таки круто. Берсерк не такая плохая штука. Для экстремалов. И вот это все я, естественно, еле-еле пособирал, особенно аметисты было трудно фармить. Они в Гайас Гардене фармятся. Рубины в самой базовой локации, а эти аметисты в Гайас Гардене. Покупаем и, естественно, сразу же надеваем ее. Потому что она лучше любого, что у нас есть. Вот, смотрите, сколько всего. Ну, не знаю. То есть, SP Regen теперь у нас нормальный. Значит, и стоит ли нам ходить с вот этой вот штукой? Или же стоит какую-то другую надеть? Берсеркер, Варкипер, да? А это что такое? А, это Infinity Spiral Drill, ну тогда Варкипер норм. Тем более, что он тоже Берсерка дает. Берсерк 80%. Что значит 80%? На 80% повысится. О, прикольно. То есть на 80% повысится у нас урон, когда у нас мало ХП будет. А у нас 5400 хп, круто. Да, это как раз мой стиль, если подумать так. Значит, и теперь мы пойдем, наверное, вот сюда, куда-то в руки Харбор, и будем выполнять старые наши миссии, который мы раньше не могли выполнить. Так. Надеюсь, теперь у нас это выйдет. Так, стойте. Капитан Турбина, где он там? А, он где-то там должен быть, вот здесь, да? Ну, давай. Yes, start the patrol. Так, уничтожь столько оружия, сколько ты сможешь. Мы давно не пытались его проходить, но это была довольно сложная штука. Однако теперь, я надеюсь, мы сможем. Все же у нас уже очень большой уровень и мощь.
О, норм так. Псу. Мы перекачались, так скажем. Ну, может, это и к лучшему, да. А нет, уже не так круто, как раньше казалось. Так. Так, я не знаю, кстати. Смотрите, даже в начале уже какие-то проблемы у нас. Да я тут сам справлюсь без... Так. Ой, а нам опыт дают. Ну ладно, в принципе, это нормально. Junk Metal, кстати, тут нам дают. Может быть, тут его можно будет фармить в будущем. Ага, брейк. Отлично, это как в этих. Так. Так. Слушайте, я их сквозь щиты все равно пробиваю. Экстремально. Ну, хотя бы эти щиты, они не наносят нам урона. В случае чего. Фух, еле-еле. Но с другой стороны, мы могли бы всего лишь 5 пропустить. Shipments has been destroyed. Я надеюсь, нам бонус дадут. Вот смотрите, насколько сложно. Даже на 62 уровне и то сложно их уничтожать. Добро пожаловать обратно, искатель. Выглядит, будто ты закончил свое плавание офигенно. Да. Это также неплохой пробный забег для наших NPC здесь. Я думаю, это будет очень полезно для обороны против будущих атак. В любом случае, ты справилась отлично. Но я уверен, что ты хочешь вернуться на землю обратно. Доложи обратно к сержанту Браслеру сейчас, чтобы получить свою награду. Я собираюсь посылать ему замечательные боевые логи прямо сейчас, пока. А может быть, слушайте, это мини-игра, ее стоило бы сделать типа бесконечной, чтобы потом можно было приходить, когда захотим, и типа играть в нее. Вообще в этой игре в нее бесконечно можно играть, потому что здесь есть вот такие вот радиант-квесты. То есть идешь там, бьешь пауков, например, где-нибудь в шахте там. Или что-то еще. Мне нравится, что здесь оно есть. Хотя, конечно, Radiant квесты, они тоже надоедают, чисто из-за того, что ты сам понимаешь, что это Radiant квесты, он потенциально бесконечен. По сути, если уже делать, то полностью игру как Radiant квест. И такая игра будет называться Roguelike. То есть, фактически, Roguelike игры — это те игры, которые, по сути своей, полностью случайны. И, то есть, бесконечны. Ну, хотя, смотря какие, конечно.
Ну, в общем-то, много таких есть. Хай, сержант Брасли. Добро пожаловать обратно, искатель. Я уже получил боевой доклад. Замечательная работа. Так, что-то теперь нам предстоят месяцы работы. Типа, что-то какие-то бумажная работа у них. Хорошо. Я уверен, мы увидимся скоро снова, когда время настанет. Перед этим удачи тебе в твоих приключениях, искатель. Пока. Hunter's Bolt. Да, уже, пожалуй, поздновато нам дают, конечно, его. Ну да ладно. И чё, нельзя будет больше там на кораблике плавать-то? А я, может быть, хотел бы поплавать на кораблике. Зря. Это ж целая мини-игра. Почему бы ее не сделать радиантной? Я уже репортнул, чувак. Ладно. Значит, дальше. В Гайас Гардене. В Бейзенкипе. У нас есть задание. Вы помните, мы там, короче, это, с башни выбивали попугаев? Так вот, у этого задания есть продолжение. Клозет. Клозет, нафиг. Угу. Нам сюда, по-моему, нужно. На самый верх. Если я не ошибаюсь. XX Flower, да. А вот и попугайчики тут. Давайте, убейте меня, говнюки. Попробуйте, вы ничего не сможете против меня сделать. Видите, все-таки чуваки писали, что типа вот, эта стихия, короче, волна, она самая дерьмовая. Потому что типа она не на атаку ориентирована, а там типа на танкование. А что плохого в танковании? Это ж вы, я понимаю, урона вообще за битву не получаете. Естественно, вам молния лучше, потому что она чисто уроновая. А мне, например, было бы, может быть, наоборот лучше. Так, хватит уже. Бамс. О, с моим уровнем и с моим обмундированием тут вообще нифиг делать. Да. И это приятно. Вот так вот квест проходить приятно. А когда ты, скажем так, приходишь, и у тебя уровень как раз подходит под этот квест, тогда это, конечно, сложно. И теперь тут надо, по-моему, головоломку еще какую-то будет разгадывать, да. Тут еще, видите, ящики целые. Надеюсь, мы справимся. Так.
И чоу, 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 чоу. Чоу, чоу, чоу. Так, когда ты спустишься, говно собачье? Так, вроде бы... Нам, типа, можно убить всех птиц. Вроде бы. Хотя из боя мы почему-то не выходим. А нет, кто-то опять прибегает. То есть эти ящики притягиваются, хотя они деревянные. То есть в них получается что-то не деревянное внутри. Так ведь? Так. Когда ты спустишься, говно собачье? Я долго буду вас убивать. За вас вообще что-то дают? Какие-то, может, деньги? Опять они улетают, говно. Дают деньги, вроде бы. Нет, ну это невозможно. Пошли вы нафиг. Просто пошли нафиг. Значит, теперь здесь вот. То есть нужно нам... Или туда не... А, сюда теперь нужно. Окей, двойка. Блин, вы посмотрите, у меня какой уровень, и все равно они меня достают. Опять они улетают, говнюки. Если бы не моя регенерация, то фиг бы вообще что случилось. Так, значит, сюда. Так, теперь двойка. Новая платформа приближается. Если честно, у меня такая регенерация с этим количеством хп, что жесть просто. Я и так справляюсь со всем и всегда. Так, а где платформа? Вот она. То есть здесь нужно вот это сделать. Так, осторожней. Давайте-ка вот так. Вот так потом. Потом вот так. Странная тут, конечно, крыша. Откровенно говоря. Пампс. Так, incoming платформ. Ну, довольно увлекательно. Когда тебя враги не убивают при этом, то можно и подумать, так скажем. Можно и поразгадывать такие головоломки. Но, в принципе, из-за того, что головоломка недостаточно сложная, ее решили совместить с боем.
То есть CrossCode вообще уникальная игра в том плане, что здесь и головоломки, и бой совмещены в очень пропорциях таких равных практически. Новая платформа приближается. И опять эти грёбаные птички. Так. Ага, теперь вот сюда, значит. Эй. Так. Так. Нет. Так, а где еще платформа? А вот она. Только я тебя ждал, и ты пришла. Приперлась платформочка-то моя. Бамс. Все, хана вам всем. Снова вы! Так. Хана вам. Стой! Ага! Понятно. Так. Стойте-ка. Стойте-ка. Нужно как-то провести, значит, ее, да? То есть... Допустим, мы вот через вот эту вот штуку. Во! Смотрите, довольно легко было на самом-то деле. И, кстати, ящиками можно и прикрываться. Это, кстати, элемент боя такой себе неплохой очень. О, нет! Ничего страшного, у меня берсерк как включится, так вы увидите все. Все увидят, все узнают. Ну же, дальше давай. Угу. Значит, здесь внизу. Ну, здесь, кстати, очень странно. А, это, типа, по-другому должно быть, да? Так. Значит, раз. Два. Потому что иначе бы мы сюда не провели его. Так. Бампс. Как много хп дают. Так, а где еще платформа? Во, вот здесь вот. И как раз вот. Настало твое время, ящичек.
Так, все же... А. Так, слушайте, так можно и попасться, откровенно говоря. Сейчас скоро у меня как заработает моя бонусная моща. Я вам всем буду раздавать так, что мама не горюй. Хотя нет, все же этого не случится, но... По другой немножечко причине. Тут, блин, никакого выбора. Нельзя выбрать, какой ящик именно сейчас куда засовывать. Они все должны именно в определенной очередности. Так. И последний ящик скоро будет. Так. Грёбаные птички. Ха, ящиком прикрылся. И все? Или появятся еще ящики? Опять же, это тоже вполне себе мини-игра такая. Интересная довольно-таки. Хотя хз. Ну что ж, давайте спускаться. Хз, какой этаж? Пумс-пумс. По ресепшену пробежались. Офицер Найлсон, хай! Ах, это ты! Отличная работа здесь. Мы получили подтверждение, что все ящики вернулись обратно одним заходом. Выглядит, будто ты показала очень хорошую подготовку в этот раз. Так, тем не менее, сержант Бронзель и древние помогли нам. И пресса не сильно волнуется насчет этого случая. Время возвращаться назад к сержанту Бронзелу в HQ. Репорт... Репорт о выполнении ее операции, я имею в виду, уже, наверное, достиг его. Пока. Так. Сержант Бронзел. Я не помню, где он там. Так, Полис HQ. Эшелон Тауэр КС. Вот, Полис. Ну, давайте тогда телепортнемся, мне лень даже бегать. Вроде же здесь, да. Хай. Это ты снова. Выглядит, будто все было сделано по протоколу. Великолепно. Ты, короче, ну, типа, твоя работа была очень хорошая. Так долго, сколько твоя работа не вовлекает дипломатию или публичные отношения. Ну, короче, типа,
Она же говорить не умеет, поэтому ей подходят только задания, в которых не нужно говорить. Прости. Отлично, отлично. Просто нужно использовать твои таланты в отношении... Аккордингли. Соответствующие, твои соответствующие таланты в будущем следует использовать. Но на сейчас ты сделала все хорошо. Теперь возьми свою награду и дай мне закончить свои доклады. Пока. Plain Cube, Metal Down. Не понял, что это вообще за фигня такая. Ну, 31 тысяча норм, в принципе. Лишним не будет. Кроме того, мы квестик выполнили. Очередной. Много квестиков, уже не так много осталось, если честно. Вот это. Turret Defense, что-то там. Генри Трайл Блейзинг. Тоже можно. И, конечно же, сундуки остальные осталось еще пособирать. И тогда мы все завершим. Будет круто, наверное. Ну а сейчас мы возвращаемся сюда, чтобы, выполнять, конечно же, тот квест того странного чувака. Там по поиску сломанных вещей. И угадайте, что этот квест, как он выполняется. Оказывается, вот здесь вот совсем незаметно. Вы посмотрите, вот как это можно заметить. Вот так вот можно пройти сюда. И попасть вот сюда. И здесь сундук дополнительный. Даже два, я бы сказал так. Так, смотрим. Options. Так. Сложность. Пазл спид. Ну, здесь, правда, таймеры. Я надеюсь, таймеры, они... В общем, мы здесь настрадаемся. Я специально не хотел сюда приходить вообще. Капец тут, конечно, позиции. Вы посмотрите, что здесь за жесть творится. Что только что случилось, говорит, а? Блин, фиг тут прыгнешь вообще. А туда дальше никак нельзя прыгнуть. Неприятно, конечно. Эти головоломки, откровенно говоря, очень сложные. Я не знаю, куда здесь залазить. Что-то, по идее, должно у нас случиться, если мы вот это вот зафигачим. У нас 2:39 минут. Но непонятно, что мы за эти 2:39 должны сделать. А я хз вообще.
Как тут вообще наверх подняться? Ну, вот сюда мы проникли, а дальше-то куда? Причем, как бы оно не обнуляется, нифига. Хоть гайд иди какой-нибудь смотри. По этому делу. А, стойте. Вот сюда можем добежать или нет? Не. В общем-то, давайте оставим это на потом. Это нам нужно оставить на потом. Когда я, в общем-то, потренируюсь, а сейчас мы идем с этим чуваком-ботаником, короче, разбираться. Тем более, что у нас такая возможность есть. Steamy Challenge, значит, Trail Aspiration. Вот эти вот все задания, они типа сложные дофига, хоть и 15 уровня. Именно сложные не по уровню, так скажем. Collect clues in cave in Sapphire Ridge. In cave in. Cave in. Так, нужно находить все, что странно лежит. Ну, кое-что я уже видел, короче. Вот здесь вот. Где-то у нас, короче, есть проба. Или что-то вроде того. Или нет. Так. Так, money whereabouts. Strange device, hidden path. Вот здесь вот, вот эта вот штука, скорее всего, вот это вот клюя. Клюя. Вот, проба. Что-то там с пробами, что-то мы делаем. Какой-то компонент. Ну, мы типа получили уже все, что нужно было. Нужно походить и понаходить там, что-то покликать.
Давайте попробуем этим заняться. Может, здесь что-то? Hello, Fifi. Так. Money whereabouts hidden pass. Скрытый путь. А что значит скрытый путь? Какой нафиг скрытый путь? Здесь не то, вроде бы. Если что, я типа все делаю сам. Кстати, мы можем купить старые геты. Но они вроде бы не такие крутые, хотя... Видите, мы все собрались. Гетто Клюй. Давайте купим. Это типа все закончено. Наконец-то я могу быть свободен. Оставь меня в одиночестве. Ну, вы сами могли прочитать. Так. Доброго дня, искатель, что-то там. Так, хватит, хватит, все, пошла нафиг. Пошла нафиг, ну сколько можно говорить. Я случайно на тебя кликнул, а ты начинаешь тут. Опять это отсылочная. Может, внизу? Кстати, нужно же будет еще прийти к той девке, которая там нам давала какое-то задание. Ну, сказала прийти одному. Ай, ты смотришь про иностранного парня. Он просто ушел раньше, когда оттолкнул меня в сторону. Какой придурок. Whereabouts Клюэ. То есть это было как раз задание, нифига себе. Я бы и не подумал, что нужно это искать. Так. Не-не-не. Деньги. Где деньги? Здесь мы, по-моему, так и не решили, или решили все-таки? По-моему, все-таки решили. Да, мы же здесь забрали что-то, так ведь? Или вот здесь мы забрали, да? Ух, это было сложно, наверное. Я уже не помню. Я не люблю запоминать ничего. То есть, если я начну вдруг проходить эту игру заново, она для меня будет практически нулевой.
каком-то смысле это даже хорошо, потому что, знаете, там, старичок-боровичок, у нас с ним секс как каждый раз, как в первый раз. Ладно, что-то это фигня какая-то. Ну, типа, вы поняли, я песню там помню, какая-то про это была. Что если у тебя склероз, то это в каком-то смысле даже круто. В каком-то смысле. Ключевое слово. Где же могут быть деньги? Да уж. Может, здесь где-то? Почему? Что-то там про мою маму он говорил. Ах ты ж говнюк. Надо поговорить, да? Окей, ты имеешь в виду денежные штуки? Да, какой-то чувак просто дал мне деньги, чтобы доставить кое-какую посылку. А, мы типа расследованием занимаемся. Просто посмотрел... Дал что-то Money Clue. В общем, Money Clue мы узнали. Значит, скрытый путь. Скрытый путь. В Cave Inn. Он точно здесь должен быть. Ну, скрытый путь должен быть где-то, наверное, внизу. Или где? Может, за картиной? Вот здесь вот. Или по какой картине? Где... Или за Буддой, может быть. Хз вообще, где он может быть? Он везде может быть. Nice people, prayer for now. Нам нужно с кем-то поговорить или что-то найти. Stupid. Ух, sorry, я думаю. Так, мои родители, что-то там. Есть ли здесь скрытый путь? Ну, здесь вроде ж оно над, а не под. Поэтому здесь скрытого пути не должно быть, по идее. Или может быть это и есть скрытый путь, просто мы не прошли по нему до конца. Может быть, вот здесь скрытый путь, типа.
Где этот скрытый путь искать, блин? Какое-то странное устройство в комнате над. Скрытый путь. Где скрытый путь? Хочу скрытый путь. Где же он может быть спрятан? Тут вроде и шкафы есть, и все, но... Сказано в Кейвине, то есть где-то здесь. Так, смотрит, чтобы на помощь с исследованием. А куда вообще скрытый путь должен вести? Ну то отдельный квест со скрытым путем этим. Что можно считать скрытым путем? Вопрос. Или он здесь же? Так, стойте. Во-первых, здесь. Во-вторых, сюда. Вся эта пробка. Тут нету скрытого пути никакого. Ой, стоп, может, то был скрытый путь, хз вообще. Я вообще нифига не знаю. Так, здесь нету скрытого пути никакого. Так. В одиночестве должны мы сюда прийти. Но мы перепрыгивать не можем. И как бы эти квесты, они не должны быть связаны, по идее. Тут мы вроде бы все исследовали. Может быть, с этой стороны выйти нужно. И будет типа здесь где-то скрытый путь. Так. Или может быть вот сюда нужно пройти. Наверное. Там кто-то как раз говорил об этом, о Генри. И вот сюда нужно по скрытому пути пройти сюда, так ведь? Или нет? Нет, вроде бы. Это разве не скрытый путь?
Ну, вроде бы нам нужно в Кейв-Ине все это найти. Может быть, пойти и как бы посмотреть подсказку? Ну, тогда уже можно на все квесты подсказку найти. Где может быть скрытый путь? Этот балкон должен быть не зря, по идее. Вот это странное вообще место. Ну, в общем, я...